Приняв душ, мы идем по такому коридору, поворачиваем направо, попадаем в зал, где находятся 4 медицинских бассейна. Вот такое помещение. Можно халаты повесить на стоечку. Дальше вдали хорошо видно, я покажу поближе. Можно расположиться в креслах. Или свои вещи оставить на стульчиках, которые ходят с левой стороны. Сейчас вам покажу все бассейны, но начну, их здесь 4. Начну с третьего. Третий бассейн с закрытыми дверями. В нем по назначению врачей вытягивает позвоночник. Нас тут бассейн не пускают. Я покажу просто дверку, ведущую в этот бассейн. Вот даже, может быть, кусочек появился. Даже попробую снять кусочек. Вот такой бассейн. Здесь вытягивает позвоночник. Специальное стоит оборудование. Бассейн номер... Бассейн номер 2, медицинский. Глубина его 90 сантиметров. Температура прохладная, 30-32 градуса. Очень комфортно здесь плескаться. Так, где тут мои? То, что здесь были. Плескались. Сейчас покажу этот бассейн. Владюш! Владик! Такой бассейн. Вода здесь очень сильная. И находиться дольше 15 минут здесь не стоит. Идите в горячий бассейн. Идите в горячий. Хорошо. Бассейн номер 1. Глубина его 90 сантиметров, температура здесь 37-39 градусов. И второй и первый бассейн посетители пускают около часу дня. Горячий бассейн. Его дно из нержавейки. Бьет ключом горячая вода, выходит сероводород. Находиться здесь тоже долго нельзя. Надюш, вылезай. Вылезай. Идем дальше. Четвертый бассейн, он большой, разделен на две части. Бассейн 4-2 находится ближе к первому и второму бассейну. Вот тот бассейн. Температура в нем 34-36 градусов. Глубина в начале, где заходишь, 90 сантиметров, а к тому краю 1,20 м. Тоже где-то около часу дня начинает бить по краям бассейнов и гейзеры, через которые поступает свежая вода. Бассейн 4-1, он погорячее, вот такой. Он погорячее. Глубина у него такая же, как и в том. В начале 90 сантиметров, на противоположной стороне 1,20 м. Температура здесь чуть-чуть погорячее. 36-38 градусов. А в составе воды я писала статью
которая размещена на моем сайте «Доступная недвижимость, отдых и лечение в Венгрии». Но в комментариях или в описании я все-таки добавлю. Текст, в котором напишу данные о воде. В таких вот креслах здесь можно отдохнуть. Вот через этот выход попадаем на улицу. Видим вот такую крышу полукруглую. Это еще два бассейна. С левой стороны находится сероводородный лечебный. Туда тоже пройдемся. Можно по улице, вот где я вышла, или крытым переходом, который находится с левой стороны. А с правой стороны находится бассейн с голубой водой. Тоже тепленький, в котором можно купаться детям.